Администрация Красноглинского района в своем телеграм-канале рассказывает о людях, прославивших район. Среди них Ирина Козлова, преподаватель детской школы искусств номер 16. Она активно участвует в работе методического объединения, выступает на конференциях, семинарах, дает открытые уроки. Большое внимание Ирина Александровна уделяет подготовке воспитанников к участию в конкурсах. За последние 3 года ее ученики 59 раз становились лауреатами конкурсов и фестивалей различного уровня. 12 раз удостаивались высшие награды конкурсов «Гран-при». В Кировском районе завершены работы по благоустройству еще одной детской площадки, сообщает администрация Самары. По адресу Юбилейная, 53, в рамках областного проекта «Содействие» появилось еще одно современное безопасное пространство для игр и активного отдыха. На площадке установлено детское, спортивное и парковое оборудование. Зона для отдыха оснащена комфортными скамейками и урнами. На всей территории детской площадки уложены безопасные прорезиненные покрытия, обладающие антискользящим свойством. Установлены качели, карусели, теннисный стол, оборудование для игры в баскетбол. Метеоритный дождь «Дракониды» пройдет вечером и ночью с 8 на 9 октября, сообщает телеграм-канал администрации железнодорожного района. Астрономы обещают захватывающее явление. До 15 крупных и ярких метеоров в час, пик активности которых придется на 16 часов по московскому времени.